So, who want to ask any question? Who has? Я хотела спросить, как влияют мантры на людей, кто медитирует? Как мантры влияют на людей, которые медитируют? How mantras affect on meditator? Кому-то нравится одна мантра очень сильно. Somebody likes one mantra very much. Somebody likes other mantra. Иногда меняется одна нравится, потом она перестает интересовать другая. Sometimes we lose interest to one mantra, we start like another one. And many people who don't meditate, they also like mantras. These all mantras coming from masters. Все мантры были созданы мастерами, пришли от них. Master giving own mantra. So every master has different mantra. У каждого мастера есть своя собственная мантра. And if mantra you repeat, если вы повторяете мантру, if like habit, then no meaning. И это становится привычкой, то нет никакого смысла. Listening or singing, если вы слушаете and мантру, you present, вы ее поете или слушаете, joyful, и это приводит вас в настоящий here, момент, радостным делает then вас, very good. То очень like хорошо, то вот это становится подобной медитацией, like как техника медитации. So all mantra, singing, и все мантры, bhajan, которые поют, баджаны, songs, песни, brings you present. Они приводят вас в настоящее. Somebody with this mantra is good. Для кого-то somebody одна мантра хороша, okay. Для другого somebody with other song is другая, третьего, третья. So it happened like this. Вот так это происходит. Main thing is mantra or music or song. Главное это, что how bring you in this moment. Мантра, музыка или песня приводит and when you тебя coming в настоящий in this moment, then you will enjoy this music very. И когда ты оказываешься в настоящем, то это ты будешь наслаждаться максимально этой песней мантрой. Каждый день вот вы поете, допустим, very good. Одну и ту же мантру. Иногда это like приносит удовольствие, иногда ничего не чувствуете. So when very good you feel, very joyful, и вот хорошо, когда very enjoy, вы чувствуете себя радостным, you, this mantra makes you present. Это значит, что мантра just вас привела в настоящий момент. Then you enjoy. Тогда вы наслаждаетесь. And sometime you much in mind, а когда вы сильно в уме, mantra is same, та же самая мантра, but you not enjoy. Не принесет even вам удовольствия. Да вы даже не слушаете толком. Even you not focus there. Вы даже не сфокусированы на ней. So this mantra is making, and also all music coming from makes you open your heart. Мантра и if также вся музыка deep, создана для того, чтобы открыть ваше сердце. Fully there, если вы глубоко then погрузитесь, this makes you open your heart, то makes you present. Оно откроет ваше сердце. But mantra is no anything is like this mantra makes you something or special. Just like a technique is also. Нет, мантру не нужно воспринимать we have как что-то meditation такое techniques. Очень уникальное. Просто we это have как yoga техника. Techniques. У вас есть техники йоги, медитации, какие-то другие техники. Somebody music techniques. Какие-то музыкальные so техники. Depend on you то есть which techniques зависит от you вас. Enjoy. Какая техника вам which приносит радость? With you open, open какая open. Может вас открыть? Somebody maybe not open with meditation techniques. Может быть, кто-то не but может открыться техникой медитации. Somebody for mantra nothing, meditation more. Кому-то и ему нравится мантра больше, а кому-то techniques. Мантра не нравится, медитация so больше this нравится. Is like also у каждого like по-своему. Это все как техники. But if you very much enjoy. Если вы очень наслаждаетесь. Somehow, when you present, you connect to master. Когда вы приходите в настоящее, so this is вы начинаете возникает связь with с мастером. Connection with master being present here, just here now. Связь с мастером being возникает here. Тогда, когда вы that приходите в настоящее. Right. Здесь so присутствуете. Mantra can be changed also. Like sometimes meditation technique change also. Можно sometime изменить иногда мантру, like и так же, как вы меняете медитационные техники. Иногда любите одну, потом другую. You change the techniques. Меняете их. So same with mantra, same то же самое с мантрой. Можно их so like a use, like a technique. Используйте это как технику. Then right. И тогда это будет правильно. Like to make you present, чтобы then right. Она нужна для того, чтобы привести anything в настоящий момент. When, which you make you present, и в тот день, момент, когда вы придете в настоящее,
meditation. Вот это будет ваша медитация. Mantra can be meditation. Мантра может быть медитацией. When you're singing, когда вы поете, sometimes very good. Иногда очень and хорошо. When you're singing together, then very good допустим, happened also. Вместе поете мантру, somebody очень only хорошо. Going with mantra, mantra only, music. No meditation also. Кому-то also нравится right. Только мантры, он не медитирует, but they also мантры. Right. Или поет их. It is not, да, they not такие. Right. Somebody with не значит, что music go, somebody with неправы. Song go, у кого-то somebody with techniques, meditation кто-то go. Через дверь музыки, кто-то через дверь медитации пройдет. But this all mantra и is все вот эти мантры, Shivoham, Shivoham many other mantra, и многие другие, all coming from masters. Они все приходят master от мастеров. Master giving own mantra. Мастер дает собственную личную мантру. Она мантра от них исходит. And if you enjoy any mantra very much, если ты очень сильно mantra, любишь какую-то мантру, это значит, что она работает на тебе. Can do open to you. Она может открыть тебя. And then you go with it. И тогда продолжай делать it, это. When no feeling, если wait some days, исчезает ощущение вот этого вот радости, подожди чуть-чуть, like same, like и можешь поменять it. Через несколько дней. Мантру. Sometimes somebody like Kundalini. Кому-то нравится вот Кундалини, например. Somebody like Om. Кому-то Om нравится somebody медитация. Somebody like dancing. Кому-то танцевальная. And after change also happen. А потом вдруг они начинают менять. This is like that. Это нормально. And mantra, if you're listening, что если вы слушаете, going relax. Когда вы слушаете мантру, потихоньку, если вы погружаетесь туда, ваш ум становится тише, спокойнее. Sometimes more, much more happen with music, more easier. Иногда с музыкой. Than other meditations also. Легче гораздо so происходит вот это успокоение. Like we have satsang. Вот, например, у нас здесь сатсанг есть. Проходит. So we're doing three things. Мы делаем три вещи. Здесь. Silent sitting. Somebody сидение likes silence. В тишине. Кому-то нравится вот сидеть в тишине. Then music, потом mantra. Мантру somebody слушаем. With mantra. Кому-то вот с музыкой нравится. Then talking, somebody like talking. И вот разговоры. Talk happened it. Кому-то нравится, когда so, идут разговоры. Where you feel так, open. Так что вот там, где that вы чувствуете right. От, so возможность like открыться. Mantra also like a, to makes you how you can be open. Ну, how your ваше, heart can be open. Ваш путь. Способ. How you can be present. Main thing is this. So this is like a, also like a technique. Ну, это всего лишь техника. Мантра. Somebody in me, who are hard people, they enjoy very much with music. Very те люди, которые в сердце живут, они очень сильно наслаждаются they музыкой. Become open very easy. Они могут открыться очень легко и быстро с помощью музыки. Just put music, просто and they start. Музыка включается, и они начинают наслаждаться. They coming here. Они приходят вот сюда, в настоящий момент. Meditation means how you come это становится медитацией. Медитация означает, как ты можешь прийти в настоящий момент. Как ты придешь сюда, music это не важно. Через музыку, через медитационные техники. And many other thing in your daily существует много life, разных других life, вещей в вашей повседневной these жизни. Things with you become present, вещи, через которые like вы можете прийти meditation. В настоящее. Это and this your, становится вашей медитацией. Your will, you will see. In you will come. И это which things you откроется, enjoy. Всплывет в вас те вещи, которыми so вы наслаждаетесь.